ночи. На Чернобыльской атомной электростанции случается крупнейшая техногенная катастрофа в мире. Третья ночная смена, я спецовки проверяю неисправность управления, реле давления, отбери утомления, забыл печатки, волнения. Хочу вернуться, таково мое стремление. Оборачиваясь, крик, земля дрожит, резко чем-то ослепила, кто-то бежит. А теперь я оглушила, еще чувствую боль в груди, когда пришел в себя, увидел ужас впереди. Товарищи все окоревшие лежат, а это что? Это рука, о боже, я узнал ее. Обручальное кольцо на пальце безымянном. Вспомню свадьбу, свою семью, родной дом. Я чувствую холод, труднее становится дышать. Теперь я понимаю, что такое умирать. В них стало все белым, вокруг пустота. Вся жизнь перед глазами промелькнула, а за ней темнота. Очищение, забывай в себе все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты не крути, это история. В памяти останется зловещее черно. Очищение, забывай в себе все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты не крути, это история. В памяти останется зловещее черно. Пожарники в пути, погибло много людей. О боже, помоги! Первым был Валерий Ходорчук, снесенный одним махом. Много лет уже прошло, а он сейчас под саркофагом. Его так и не нашли, хотя что искать? И больше не увидит своего родного сына. Мать, а сколько там еще людей погибло? Сколько обучилось? А сколько жителей тогда еще не знают, что случилось? Им даже не снилось, им даже как-то город спал. Какую картину кто-то им нарисовал? Становится опасно, радиация от нас. Кто-то поливает огород, а кто-то пьет квас. В общем, все работали, а вечером гуляли. Они ничего не знали, от них это скрывали. И лишь потом все жители узнали. Радиация впервые слышат после войны. Эвакуация. Слова ощущения, забыты в себе все мечты. Ужасное прикосновение девушки руки. Но как ты не крути, это история. Память останется зловещей чернотой. Слова ощущения, забыты в себе все мечты. Ужасное прикосновение девушки руки. Но как ты не крути, это история. Память останется зловещей чернотой. Сердце нашей страны, после взрыва ветераны вспомнили минуты войны, перегрузка реактора, чьи-то опыты или, быть может, излишек некачественно работает. Три дня горел реактор, три дня, мусора и каждый человек дрожала земля. Тысячи героев приняли вызов огня, вдыхая смерть.